24 марта 93-летний труженик тыла Сюлю Ладукай удостоился памятной медали к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Ветерану от имени главы Ямальского района медали грамоту вручил председатель районной думы Александр Алексеевич. Удостоверение и памятная медаль разрешите вручить от главы муниципального образования Ямальский район Андрея Николаевича Кугаевского. Юрка! На награждении труженика тыла присутствовало несколько поколений семьи Ладукай, дети, внуки и даже правнуки Сюлю. Тыловик оказывал свою непосильную помощь в военные годы с возраста 13 лет. Он помогал оленеводам и охотникам, доставлял на фактории дрова и продукты. В послевоенное время продолжил трудиться в коренной отрасли. Получить эту награду из рук председателя думы стало честью не только для ветерана, но и для всех его родственников. Он сказал, что он радуется и гордится, что ему дали медаль, что помнят его в таком возрасте. Стоит отметить, что это далеко не единственная награда, которой был удостоен Сюлю Ладукай, в их числе и ветеран Ямала. Ну, мы как говорили, что вот 70-летию победы вручили, значит, глава вручал, значит, потом, значит, вручали, значит, департамент малочисленного народа Севера Янао. Сатрую дарила грамоту, вот она, значит, благодарность. Ну и там множество наград было. На сегодняшний день тыловик в силу преклонного возраста проживает у своих дочерей. Зимой в поселке, а летом в тундре. Они оказывают своему отцу всю необходимую помощь, будь то приготовление еды или сопровождение по медицинским и социальным учреждениям.